Сельское поселение Бедеево-Полянский сельсовет насчитывает 8 населенных пунктов. Среди них одно из самых больших является село Бедеево-Поляна, где мы проводим конкурс «Трезвое село». В селе Бедеево-Полян проживают 1600 человек. Работают такие организации, как школа, садик, больница, психоневрологический интернат, Почта России. Организация переработки камня. У нас имеется своя пожарная команда ДПК. ДПК обслуживает 5 сельских поселений. Имеется одно предприятие сельхозназначения – Полянская Слобода. По программе газификации 2022-2023 год газ дошел до каждого нашего дома. В 2023 году по программе комплексного развития сельских территорий мы осветили улицы сельского поселения. У нас имеется центральное водоснабжение. У нас есть все для того, чтобы комфортно жить. В этом году в нашей школе открылся центр «Точка роста». Мы очень рады, что у нас появилось такое замечательное оборудование, с помощью которого мы сможем проводить опыты и делать различные анализы. На базе нашей школы открыт центр «Точка роста». Был проведен ремонт и получено оборудование для кабинетов физики, химии, биологии. Все ребята сейчас у нас работают на этом оборудовании. Мы проводим дополнительные занятия и готовимся к экзаменам. Я надеюсь, что это оборудование в последующем даст возможность ребятам повысить не только качество образования, но и интерес к предметам. Спортсмены нашей школы принимают активное участие в проекте «Футбол в школе». Ученики Бедеево-Полянской школы систематически ездят на футбольные соревнования и фестивали, знакомятся с известными футболистами, заряжаются спортивной энергией. У каждого воспитанника есть мечта стать великим футболистом, и они делают все, чтобы ее реализовать. В этом году наше село участвовало в программе местных инициатив. Теперь круглый год дети могут заниматься спортом на выигранном оборудовании. В нашем селе есть футбольная команда. Наша команда полностью состоит из молодежи села Бедеево-Поляна. Мы участвуем в различных футбольных турнирах, занимаем призовые и победные места. Рабочая молодежь с достоинством защищает честь родного села на футбольных полях республики. С 2012 года у мальчишек и девчонок есть прекрасная возможность ходить на такую секцию, как самбо. В настоящий момент секцию самбо посещают более 30 человек. А мальчики и девочки радуют нас своими успехами. В нашей сельской модельной библиотеке есть клуб «Серебряный возраст». Односельчане собираются по праздникам, чтобы большой теплой компанией хорошо провести время. Изюминкой нашего села является эко-усадьба Ивановых. Они занимаются сыроварением и экотуризмом. Вся семья Ивановых увлекается верховой ездой. Экотуризм развивается на страусиной ферме «Приежка». Наше село, село Бедеево-Поляна, оно очень расположено удобно для развития туризма. Поэтому мы с семьей подумали, решили приобрести вот таких птиц, как страусы. Это не только экзотические птицы, они очень специфические по поведению, по уходу за ними. То есть и сами по себе они, ну, интересны даже по происхождению, они считаются потомками динозавров. Вот. Ну и наша самая такая глобальная задача, чтобы это направление, например, экотуризм, оно развивалось. В нашем селе есть замечательная многодетная семья Фатеевых, у которых 11 талантливых детей.
Наше село – наш общий дом, в котором каждому тепло и уютно. И мы делаем все, чтобы оно процветало.